вот ровно год назад мы снимали на Аллее Героев. И вот хотим осветить то, что происходит у нас сейчас. Вот с левой стороны вы видите Элли Пэлс. Вот такой этап у него строительство идет. Там вот видите сзади что-то пристраивает. Еще, видимо, какой-то дополнительный корпус. Поворачиваем направо. Там вдалеке Дар Билдинг. Поднимается лифт с рабочими. По центру находится это Архи Групп, комплекс New Wave. И новый проект от Лайтхауса. Это у нас Blue Sky. Blue Sky. Вот такой у нас уже этап строительства. Сколько считать не буду. Этажей, наверное, 10 уже построено. Там у нас виднеется за Карфуром. Слева это проект от компании Real Palace. Black Sea Towers. Там виднеется дом Гумбайте, стадион. Пошла улица Белобусеридзе. За этим отелем как раз расположен статус-хаус от застройщика Лайтхаус. И вот там виднеется как раз дом статус-хаус от компании Лайтхаус, который расположен на улице Белобусеридзе. В принципе, не особо много что тут изменилось. Вот такой этап строительства Орби Сити. Блок А и блок С. Это Дар Билдинг. Дальше идем. Это New Wave от Arfi Group. Уже практически вот фасады завершены. Ну и вот опять возвращаемся к Blue Sky от компании Lighthouse. Сегодня у нас 3 ноября. Вот такой этап строительства. Сейчас мы смотрим на Dar Tower. Поворачиваемся. Это у нас по центру Arfi Group. Ну вот Элли Пэлас. Вот такой этап. У нас 3 ноября 2019 года пол фасада застеклено, и коммерческая часть тоже стеклится. Орби Сити уже теперь называется. Вот такой этап у нас 3 ноября 2019 года. Ну вот кто-то кормит собак. Целый пакет принесли. New Wave, вот он самый такой застекленный. За ним идет уже Dar Building. Такой какой-то он не особо активный. Ну вот с левой стороны это Элли Пэлас. Элли Пэлас, не знаю, с апреля месяца он вообще какой-то такой неактивный. Даже он, видите, с торца здания еще несколько проемов не закрыты. Всем известный магазин Carrefour. Прямо это Гумбате. Подошли поближе к зданию Arfi Group New Wave. Перед нами находится Orbi Twin Tower, блок A или блок А, первый корпус. Пристраивают еще один корпус в Гумбате. Ну, это который слева как раз пристраивается новый корпус дома Гумбате. Вот, вы видите, два дома Гумбате. Я специально спрятался за столбом от солнца. Ну, вот еще ракурс на дома Гумбате. Первый дом, второй, и там уже, как я понимаю, строится третий дом. Покупайте высокие этажи. Ну, вот здесь у нас будет стоять Orbi Lux, или как он там правильно называется, Orbi Palace. Это у нас Orbi, это у нас Багратиони. Такая строительная площадка.